каждый, кто сейчас стоит на площади, он боится и еще боятся, потому что наше государство и наша власть уже показала, как они могут обращаться с своими людьми. Но уже есть вера, и вера в, уже больше, чем страх, поэтому мы сегодня выходим сюда. Заставила выйти сюда несправедливость, бесконечная ложь, ложь со стороны прессы, ложь со стороны президента, ложь со стороны всех руководящих нами на данный момент структур. Я хочу перемен, я хочу свободы, я хочу жить в свободной стране, я хочу, чтобы мои дети не уезжали, чтобы они жили, растили своих детей и поднимали экономику нашей страны. То же, что и в прошлые выходные две недели подряд. Меня заставило сюда прийти чувство желания свободы, желания справедливости, желания самоуважения. Мне не хватает этого в моей стране. Я хочу не думать о том, что я хочу отсюда уехать. И поэтому я здесь. Больше нету страха. А кто, если не мы? Мы должны это делать. Кто живет здесь? Народу украли голос. Мы хотим восстановить справедливость. Мы все люди. Поэтому я здесь. Мы хотим новых, настоящих выборов, правильных выборов в нашем государстве.